Всем привет! Я вам покажу, какой процент у меня получилось заработать. Это вот 115% заработать. Пока еще не зафиксировал, но тем не менее. 115% маржа 1 доллар. И я вам покажу в фотографиях, как и в прошлых видео, на 5 минут, на 15, на час и на 4, как меняется цена. И вы сможете попробовать угадать, цена идет вверх или вниз. Для вас это будет тоже, я думаю, очень полезно. И также покажу, как, допустим, вот у вас доллар, и вы думаете, доллар профита, или там 108% от вашего депозита. И вы думаете, там пойдет ли цена вверх или нет. Так вот, я вам покажу, как сделать так, чтобы закрыть или частично позицию и зафиксировать какое-то количество денег, или поставить полностью на продажу. Вот, смотрите. Смотрите дальше. Вот эта штука, нажимаете сюда, и вы сделаете здесь стоп-лосс или тейк-профит. Здесь я выставил стоп-лосс 0.300. 38750, на это старый стоп-лосс, чтобы якобы не потерять деньги в самом начале. Сейчас я его могу отменить и выставляю цену 0.395, ну, допустим, такую. Если цена опустится ниже, то понятно, деньги я половину заберу. Хотя можно было, ну, допустим, сейчас поставлю так для примера, потом изменю. Дальше у вас есть закрыть позицию, и здесь вы, если вот здесь вы закрываете полностью позицию, то здесь вы закрываете частично позицию. Вот вы здесь выставляете сколько, допустим, 50% я закрываю, 50% это 25 по лимиту. Допустим, если он упадет ниже. Так, выпал ненадолго. Хорошо, когда вы можете торговать и вас никто не отвлекает, это супер. Вот он уже успел сделать такой спуск и подняться. В общем, но я еще держу позиции. Остановился я на том, что вы можете поставить 20, там, 50% на ночь, там, если вы идете спать, если вы в профите, да, у вас плюс, вы можете поставить продажу, допустим, на, ну, давайте, 32 500, там, попробуем, да, 25%. Если 100 я проставлю, то это уже 200%, я думаю, будет от моего депозита. В общем, 50%. И ставлю подтвердить. Я ставлю именно лимит, не маркет, рыночная цена, потому что вы продадите сию секунду. Вот, а именно лимит. И это позволит вам зафиксировать часть прибыли. И при этом в этой сделке вы никогда не будете в минусе, потому что у вас топ-лимит стоит уже в плюсе на 100%. И вы можете сейчас частично зафиксировать, ну, сейчас в дальнейшем зафиксировать. В общем, вы поняли, о чем я говорю. 32 500 выставим. Вот. Потому что 41 500 он уже практически. Мне неинтересно сейчас. Вот так вот. Все, у нас открылось в открытых ордерах. Вот, у нас появилась. Вот она. Лимит продажа 42 500 на половину моей ставки ордера. Дальше. Стоит у меня 39 600. На случай, если вдруг цена резко пойдет вниз ночью, и я не смогу ее закрыть вручную. Сейчас на данный момент у меня доллар 30 и плюс 127%. При марже
1 доллар. Почему я ставлю такую небольшую маржу? Опять-таки повторяюсь, те, кто меня смотрит и нас смотрит постоянно, они уже в курсе, почему торговая стратегия моя такая. Если вам интересно, вы подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк и смотрите плейлисты. Мы специально для вас готовим, для того, чтобы вы в дальнейшем могли понимать именно рынок и не отдавать просто так свои деньги. Поскольку я 100% уверен, что каждый, кто смотрит это видео, уже был в минусе. И вы вносили еще раз депозит, и вы нервничали, потому что вы на споте, возможно, скорее всего, 90% всех, кто смотрит это видео, вы торгуете на споте. Я показываю, как торговать на фьючерсах. Мы показываем также, как торговать на споте. Так вот, вы, будучи на споте, уже в минусе. И для того, чтобы вы в минусе не были и вышли из этой ямы, я вам записал плейлист «Торговля на фьючерсах для новичков». Это только начало, там будет еще обучение. И в этом видео тоже будет обучение для вас. Сейчас я покажу, как двигалась цена по ENG. Это было напряженно, я так скажу, потому что я мог реально пойти в минус, но перед вот этой ставкой я еще зафиксировал там около доллара или доллар 50. Знаете, как скальпинг, да, некоторые называют это. Так, раз, заработал, зафиксировал. Поэтому смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите плейлист «Фьючерсы для новичков», смотрите плейлист, там 125 видео «Торговля на споте» и также другие видео. Их достаточно много. В дальнейшем мы сделаем для вас очень тоже интересные видео. Так вот, сейчас цена на минуте, вот, скажем так, она будет падать. Вот что я вам скажу. На 5 минутах. На 5 минутах, на 15 минутах. Я вам скажу, вот это то, что было, вот это падение, это какая-то хрень, если честно. Неожиданная. Но мы справились. Мы справились. На час, на 4 часа. Всегда смотрите, минута, 5 минут, 15 минут, час, 4 часа. Всегда рисуйте графики, показывайте свои мысли, куда идет график. Записывайте криптовалюты, которыми вы торговали, какие-то ходы, да, и смотрите, пересматривайте, и вы будете больше понимать. Вот я вам рассказываю, вот я не прошу от вас денег никаких, ничего, я просто рассказываю свой опыт спокойно и всегда говорю, не жадничайте, не берите большое кредитное плечо. Вам хватит из 2x там начать или из 3, но всегда не забывайте про стоп-лосс, если вы ставите, потому что лучше отдать 50 центов, чем потом отдать там 3 доллара. Лучше поставить минимальную маржу и научиться, чем поставить большую маржу и за несколько месяцев просто отдать свои деньги другим людям. Поэтому я все это доношу до вас в других видео. Пожалуйста, смотрите, мне будет приятно. Так что глобально, я вам так скажу, там разделилось, да, мнение. Вроде как одни говорят, что биткоин еще просядет до 26, до 28 тысяч. Там за несколько дней, недель. Надо тоже наблюдать. Другие говорят же, что вот сейчас начнется тренд опять такой, какой мы словили, с 16 тысяч до 45, тренд на 100 тысяч. Вот, не спорю, он начнется, и будьте внимательны, заходите выгодно и не нервничайте. Даже если вы потеряли деньги каким-то образом, не надо нервничать, этого не стоит. И у вас еще будет куча денег. Главное успокоиться,
почитать книги какие-то, посмотреть просто тупо на график и начать с минимума, вот с самого минимума, то, что я советую, и научиться на своем опыте, на опыте других людей. Второй вариант, да, вот есть ребята, которые там свои курсы какие-то, их полно, свои курсы там пропагандируют, там, давайте, платите там нам $100 в месяц, 1000, 1500, 2000, и вы там научитесь. Не спорю, если есть деньги лишние, пожалуйста, это тоже прикольно. Но мы это все стараемся изложить для вас бесплатно, и в дальнейшем тоже будем продолжать наш опыт, вот, показывать вам, что, как происходит. Поэтому я... Да, долгое видео получается. Поэтому я вам через время покажу примеры. Покажу примеры, как я заработал на ENG, когда он падал, и когда он вот сейчас вырос. Я, кстати говоря, зашел по 40 360. Вот здесь вот я зашел. Это просто офигенно. Чуть-чуть больше маржи, и вообще просто будет супер. Но и опять-таки, если у вас получается, что вас никто не отвлекает, у вас есть время, это супер. Но я, получается, в таком режиме экстренном. Но что-то получается. Вот уже $56, 149%. И я думаю, что я стоп-лосс поставлю выше, и фиксацию пока не буду пересматривать. Я думаю, он, в принципе, реально может дорасти до 42,5, и я получу, зафиксирую 100% прибыли. Итак, все, что спасибо. Касается графика. Дальше смотрите, ENG на минуте, на вот такой график на 5 минутах, и будет 15 час и 4 часа. И вот попробуйте определить, куда пойдет цена. Это я так торговал, заходил то в лонг, то в шорт. Вот, попробуйте понять, что, куда идет. Вот смотрите, 16.23, 4 часа последний график, и 16.27. Цена просела. И я, в принципе, когда торговал, ENG, он практически копирует биткоин. Вот куда биткоин, туда и он. Вот, поэтому за основу берите биткоин на этой криптовалюте. Вот, теперь 16.41, да, запомнили, 39.205. Цена. Да, вот я заработал 48%. Даже пока не зафиксировал, но уже 48% было плюс. Потом цена стала 39.528. Я зашел, как я, вы видите, крестик, 38.691. Это был очень хороший заход на самом низу, скажем так. И в 17.44, видите, криптовалюта выросла очень неплохо. Вот, 5 минут, вы видите, 15 минут. Советую еще раз пересмотреть эти графики. Для себя вы что-то поймете новое. Вот, в итоге 17.45 процент составил 109%. И $1.5. Плюс $1.5. Значит, далее. 19.35. Цена стабилизировалась практически на 41.400. Тоже посмотрите, куда идет цена. Как вы думаете, вот что бы вы делали? Вот вы стоите, 41.400 купили, куда он пойдет? Вверх или вниз? Просядет или нет? 4 часа, 41.400, 20.05, 41.100, она просела. И эти 300, разница в 300, ну, 0.00.300, она дает, если большое плечо, она дает, конечно, такой нехороший минус. Смотрите, 20.05, 41, 125. И 4 часа показал. При этом я продал, зафиксировал $22. И далее я поставил шорт на, и уже заработал 32%. Потом оно немного просело на 16%. И поставил потом после этого
AXS. Короче говоря, вот его график, доллар 0.60 на 15 минутах. Тоже подумайте, куда пойдет график на час. Так, получается, ENG упал до 40.549 за ночь. Поэтому тот профит, который я заработал, он уже все у меня зафиксирован. И там оставалось пару единиц для того, чтобы понять, куда же пойдет цена дальше. 6 часов она еще просела ниже. И дальше у нас идет время 8.52, 40.284. Немного вырос, но по сути за такое время это немного. Вот сейчас я вам покажу вечер этого же дня, какая сейчас ситуация. Запомните, 40.300. А ситуация у нас следующая. Из-за того, что биткоин просел, вот смотрите, начал проседать. Вот 5 часов где-то я вам показывал, да, этот отрезок. Вот он просел до 35.531. Потом немножечко выровнялся. Посмотрите на график биткоина. Это просто что-то с чем-то. Он, конечно, мега просел, но в плане по процентам реально можно было много потерять. Честно, не ожидал, что он, конечно, так упадет. Знал одну из вариантов, что он будет проседать до 26 тысяч долларов, но как-то не очень верилось. Смотрите дальше. Вот я вам FTM покажу, криптовалюту, в следующем видео. Я купил ее на пике, вот смотрите, 237-239%. Я уже там пару долларов зафиксировал, у меня маржа была больше. Вход у меня, смотрите, 0.68500. И смотрите, интересно по графику, что у нас 0.68500. Я зашел вот в этой, зоне 0.68500. Он максимум допустился на 0.67610. И держу эту валюту. Я там стоп-лосс поставил. Вот 0.68500, это где-то вот здесь в районе. Это, ну, я считаю, я неплохо зашел. Я зашел с несколькими долларами, как обычно, потому что, поверьте, тише едешь, дальше будешь. Потом можно будет, после того, как вы поняли индикаторы и другие инструменты, которые свидетельствуют. В общем, можно было, в принципе, заработать. У меня тоже один из ENG, FTM, то есть FTM. Криптовалюта, это такая волатильная криптовалюта, если честно. Вы можете реально здесь как заработать хорошо. Смотрите, на минуте, как она прыгает. Она как заработать, так и потерять. Но прыгает она, конечно. Смотрите, 84 стоило, да, потом опустилось до 73. Там плюс-минус 20%, плюс 10, минус 10. И здесь реально можно как потерять деньги, так и заработать. В общем, я зашел очень выгодно на данный момент. Как вы видите, смотрите, ну, вот примерно, да, вот она опустилась до вот этих пределов. Вот она выросла, но тоже начала опускаться. И вот, знаете, психология. Как не спрыгнуть, да? Вот. Я решил так, зафиксирую себе прибыль, остальное, даже если оно опустится практически до моего ордела 0.60 чем-то там, поскольку я там заходил, 0.68500. Если он опустится там до 0,
7, конечно, вероятно, возможно, что он и упадет и ниже, но может и ложный пробой, и он не упадет до вот этих пределов. Вот, поэтому давайте, ладно, не буду записывать новое видео, расскажу здесь. Значит, вот эта криптовалюта, биткоин идет вниз, он почему-то идет вверх, да? Но не всегда, понятно. Если биткоин был проседал очень сильно, вот как раз вот этот просед вот здесь вот и отразился на этом криптовалюте, но ее почему-то начинают очень хорошо выкупать. Вот, не знаю, по каким причинам и что это за такая интересная криптовалюта, почему она такая вот прям стойкая, да? Вот, практически 0.01 он был, да? Не, 0.1, вот. Поэтому я смотрю дальше, я поставлю стоп-лосс вот здесь вот. Вот, кстати, для тех, кто торгует, пожалуйста, делайте стоп-лосс, если вы в плюсе. Поставьте там, не знаю, высчитайте, поставьте такой стоп-лосс, который даст вам хоть какую-то прибыль, но при этом вы не попадете в минус. Плюс вы можете просто тогда стоп-лосс не ставить, а закрыть позицию. И закрывать ее вот здесь вот 150 у вас единиц, вы там закрыли первое. Там поставить 0.0070, допустим, 4, закрыть там 50%, да, и вы уже заработаете. Если я вот закрою в этих пределах, то я заработаю, допустим, 74, вот, и 50%, 0.41. Далее у вас еще эта позиция не закрылась, у вас вход остается такой же, вот, и если она еще выше выпрыгнет, то вы можете, в принципе, такую же сумму и на оставшейся марже заработать, тоже там 0.4, да. Повезет, прыгнет больше. Но, опять-таки, те, кто смотрит это видео впервые, маржу я ставлю небольшую. Иногда она достигает у меня там пределов 30-40 долларов, но, как правило, это жесткие стоп-лоссы я ставлю, поскольку если цена пойдет не так, как надо, то у меня будет минус больше, чем 50 долларов, потому что обычно падает цена. Вот вы думаете, сейчас по маркерам там посмотрели, все, цена будет расти, она херак и падает, и все, жопенька. Поэтому учитесь, моя такая торговая стратегия, учитесь на маленькой марже и много раз профита. Не в долларах, да, там, я там заработал 100 долларов, я тоже зарабатывал по 500 долларов за сделку, но, как показывает практика, это расслабляет вашу бдительность, и вы ставите больше и больше, и тогда они сгорают, вот реально. Не торопитесь, надо понять специфику торговли. Это непросто, потому что, ну реально непросто. Короче говоря, спасибо, что посмотрели видео. Смотрите наши листинги, смотрите наше обучающее видео. Оно в плейлистах отдельно на YouTube-канале. Задавайте вопросы, проходите опрос-листы, они тоже на сообществе. Нажимаете наш канал, да, вот, на котором вы находитесь, и сообщество. Заходите, голосуйте, смотрите новые выпуски и обязательно ставьте стоп-лосс. И всем профита. Всем пока.